российские актрисы, которые в начале 2000-х годов были популярны, а теперь их не видно. Инна Гомес. Российская актриса, фотомодель и телеведущая. После 2015 года Инна почти перестала сниматься в кино. Она решила посвятить все свое время благотворительным проектам и семье. Анна Горшкова. Российская актриса, фотомодель. В наши дни актриса не так часто снимается в кино, как хотелось бы ее поклонникам. Личную жизнь артистка скрывает. Мария Семкина. Российская киноактриса, модель. В 2000-е годы Мария регулярно снималась в фильмах и сериалах. Особое место в фильмографии Марии занимает ситком «Папины дочки».